В Белграде прошла масштабная акция протеста против сближения Сербии с ЕС и НАТО. Организатором демонстрации стало сербское антифашистское движение «Двери». Манифестанты требовали от правительства сменить политические курсы и активно сотрудничать с Россией. Кроме того, звучали призывы прекратить отношения с Международным валютным фондом и вернуть на прежний уровень зарплаты и пенсии. Негодование вызвало и назначение бывшего премьера Великобритании Тони Блэра советником премьер-министра Сербии Александра Вучича. Напомню, Блэр был одним из тех, кто принимал решение бомбить Югославию в 1999 году.